Всем привет, вы на канале Алекс и Николь, и сегодня мы будем кидать фрукты в желе. Кто-то тоже хочет после вчерашнего нашего видео. Ему понравилось. Еще не высохло. Да, только что помыли. Кидать фрукты с расстояния прямой руки. Стоя еще будем стоять. Да. Стоя будем стоять. Маленький эплом. And эту плом. And... Так, давай я что-то там. Эплом, что-то там. И что? Ну, на самое дно прям залегло. Прям на самое дно. Мне кажется, даже если они вот здесь вот остановятся... О, вот смотри, как летает. Все. Давай фрукт побольше. Давай, допустим, апельсин. Сейчас как брызнет. 3, 2, 1. Ну, что? Это они, наверное... Смотрите, оно сначала... Оно, да, вон всплывает, видите? Так что мы тут... Ну, оно, мне кажется, из-за своего веса, и оно до самого конца долетело, раз уж эплам долетело до самого конца, то... Давай теперь апельсин. Давай. Теперь яблоко. Ой-ой. Одно. Бананчик. Вот такой. Я скрежу, блин. Ну, такой, сейчас наш мамогат сел тут. Ну, наверное, тут ничего другого не будет. Тоже на самое дно залег. Кидать яйца. Посмотрим, разобьются они или нет. Давай сейчас маленькие высоты. А то они сразу об дно разобьются. Вот так вот. Ну все, что-то оно... Мне страшно. Такой же нет, не разбилось? Бывает. А, нет, у меня вон есть трещина. У меня тоже есть. Давай сразу сбоку. Вот отсюда... Давай сразу, чтобы хард. Нет, все-таки сейчас разобьются. Я прям хочу... Я прям хочу вот так. О, оно разлетелось, Сева. А оно вам жидкое? Вот. Давайте его вскроем под водой. Давайте. Под желе. Так, даже вот здесь немножко. Мне захотелось яичницу. Смотри, смотри. Оно такое прохладное внутри. Да, кстати. Интересно, почему же? Ну там это обертка виднеется его вся. Да. Желтая. Классно. Вон она какая. Смотри, тут такой желтый прям стало. Вот, смотрите. Вот. Такая оберточка. Хотя, наверное. Она прям такая крепкая. Вот. Если здесь проткнуть и все. Вот, ее видно. Вот она, вот она, вот она. Это она. Белок. Да. Кто не шарит? Например, я. Угу. Что, давайте вот здесь лопнем уже. А ты прям вот здесь лопнешь. Смотри, смотри, реальности. Он взбивается. Слышишь, Николь, давай ты тут лопнешь, а я вот здесь лопну. Все. Теперь у нас есть... Вот он. Смотри, как он останавливается там. А у меня вот как... Как будто, по-моему, когда это... Сюда, я блин. Давай ей перемешаем. Кто-то сходил в туалет. Оно приближается. Плаваем в яичнице. Да. Я хочу разбить это. Крушить. Короче, мы тут все. Я решился окунуться. 3, 2, 1. Пуск в яичницу. Как классно, такие пузырьки. Ты там не задохнулся? Кстати, нормально. Покажись на камеру.
Смотри теперь на меня. Подожди, Николь! Николь, включи воду! Пошла. Включи воду! Давай. Давай. Смотри. Ты еще, когда я буду выдыхать... Ой, это что-то у меня... Когда я буду выдыхать, подставь руку на пузырь. Ограниченная вода. Добавляем соль. Это уже соль? Да, соль написано. Соль. Вот. Так. Давай. У меня уже везде эти штуки. И во рту, и в носу. Что, смешно, да? А мне вот не смешно. Ух ты. Нифига. Микс. Ой, как снизу прям так холодно стало. Да. Микс. А сейчас полноценная яичница будет. Соль, яйца. Прям прохладненько, так сказать, классно. Ну, там на дне перестаешь уже скользить. Печенька. Хочешь, я тебе голову, Саш, засыплю? Не надо соли. А пахнет, кстати, вкусно, я не знаю почему. Может, какая-то необычная соль? Все, замираю в позишн какой-нибудь. О, она там такая, блин. Ну вот уже как бы чуть-чуть видно, то, что она вон превращается. Вы были на канале Алекс и Николь. Не забывайте оценить наше видео. Если не понравились, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Открываем дальше.